Познакомились Ирина и Александр почти 20 лет назад в одном из сел Красноармейского района. Молодой человек приехал в гости к бабушке. Встретил Ирину и влюбился. Говорит, как мальчишка. Через 5 лет ухаживаний в 2006-м пара поженилась. Переехали к родственникам в Самару. Здесь же и появился на свет первенец Даня. Заботы о сыне, работа отнимала все время. Однако спустя несколько лет супруги все же решились на второго. В роду Цыбулиных рождение двойняшек не редкость, но появление тройни никто не ожидал. Дети сообщили нам, что нас трое. Мы обрадовались и ни грамочки не испугались даже этому. Думали только о том, чтобы все было хорошо и детки были здоровы. К счастью нашему нет границ. Мы до сих пор не можем опомниться. Я был просто сразу понял, что у меня три, и я сразу был в шоке. Просто. Это неописуемое ощущение. О многоплодной беременности 36-летняя мама узнала на первом скрининге в 12 недель. Беременность, вопреки всем опасениям, протекала легко, и на 34-й неделе малыши появились на свет. Я как-то ни за что не переживал. Был как-то уверен в своей жене, что она справится, она мне молодец. Я понимал, что тройня, да, но как-то в подсознании, наверное, еще не понимал, что это на самом деле как в шоке, может, немножко был. Когда только увидел я их, тогда я все осознал. Первым родился самый крупный Денис, затем Даша и кроха Настя. Папа придумал имя мальчику, девочкам мама и старший сын. Конечно, я счастлива, я не знаю, как это передать словами. Детки здоровые, что все рядом, близкие, родные. Это самое главное. Мы сейчас живем в квартире у родителей, а хотелось бы, конечно, свое жилье. Надеюсь, вот как раз поддержка губернатора поможет нам. Путин вот сказал, что там и выплаты будут все увеличены. Конечно, это нас подстегивает. По новым правилам, с 1 января этого года семьи получат при рождении первого ребенка более 466 тысяч рублей. За второго добавят еще 150. За третьего государство частично погасит за семью ипотеку на сумму 450 тысяч рублей. Изменения вступят в силу в марте-апреле этого года. Срок действия программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года. В этом году семья Цыбулиных первая на выписку с тремя детьми. За прошлый год в отделение патологии недоношенных детей больницы Селидавина поступило 818 малышей. Из них 65 двоин и 3 тройни. Лариса Шлафаст, Елена Нижегородцева, Василий Колдашов. События.